21 августа стартовала прямая агитация кандидатов в средствах массовой информации. Газеты, радиостанции и телеканалы могут публиковать и выдавать в эфир призывы, лозунги, цитировать части программ политических партий. Напомню, до выборов в депутаты в Государственную Думу и Госсовет остается 24 дня. Сделать свой выбор россияне должны в течение 3 суток, с 17 по 19 сентября. При этом, как рассказали республики, в республиканском центре избиркоме предвыборная кампания не должна повлиять, что называется, на привычный ход вещей. На выборах жизнь не останавливается. Врач, он продолжает лечить, учитель продолжает учить, там министр, он продолжает выполнять свои функции, несмотря на то, что он является кандидатом. И, наверное, это правильно. Если бы у нас после объявления выборов все те, кто кандидаты, бросили заниматься своими основными обязанностями, то у нас встала бы жизнь, встала бы экономика, социальная сфера. Именно достижения конкретного кандидата в своей профессиональной области, они являются лучшим фактором, побуждающим избирателя за этого кандидата голосовать.